У нас необычная переделка велосипеда Merida Kalahari 510. Это старая алюминиевая рама. Вилка тоже надписью Merida и работает до сих пор. Велосипед, я так предполагаю, лет 15, наверное. До сих пор вилочка работает. Что здесь сделано? Во-первых, заднее колесо, там втулка умерла полностью. Поставили втулку на промах, на усиленном ободе. Все работает. Тормоза ободные родные. Тоже до сих пор все работает. Поменяли трансмиссию. То есть звезды, цепи и так далее. Поставили новые тросики, пока ничего не обрезали. Это связано с тем, что мы будем этот руль, скорее всего, переворачивать. А может и не будем переворачивать, то есть в зависимости от того, что захочет новый владелец. Пока мы поставили его в такую позицию, которая, как кажется мне, наиболее удобная, чтобы можно было и переключаться, и тормозить. И будет дальний хват, когда быстро разгоняешь, на дальние расстояния есть. И боковой хват, чтобы руки отдыхали. В принципе, получилось достаточно необычно. Может быть, здесь будет обмотка. Может быть, здесь будет у нас мультигрипсы длинные. Тоже их заказали. В общем, клиент приедет, посмотрит. И после этого рубашки, тросики обрежем.